Всем привет, ребят. Меня тут не было полгода. И знаете, что я все это время делал? Я новый ТикТок поднимал, у меня 500 000. Можете меня поздравить. И в сегодняшнем видео мы будем кастомить вот эту прекрасную коробочку с AirPods'ами. Погнали! Что же нам понадобится помимо наших прекрасных AirPods? Нам понадобится акрил. И еще акрил. И очень много акрила, вот. Что ж, в принципе, все инструменты у нас есть. Погнали кастомить. Ну а перед тем, как ты посмотришь этот ролик, поставь, пожалуйста, класс, сделай кнопочку подписочки серой и тыкай колокольчик. А теперь погнали портить деньги. Ну так, ребят, первым делом нам нужно подготовить наши AirPods, а именно обработать их шкуркой, чтобы акрил на них ложился хорошо и в дальнейшем просто-напросто не отвалился. Ну а теперь начинаем скетчить. Я решил сделать на фронтальной стороне моего любимого персонажика, а все остальное пространство этих наушников заполнить своими любимыми абстрактными штучками, типа полосочек, камушков и прочей непонятной херни. А еще сегодня я хотел бы ответить на довольно-таки часто задаваемый вопрос у меня в ТикТоке, а именно как начать рисовать и как вообще прийти к своему собственному стилю. Первое и самое главное, никогда не срисовывайте. Это вам не поможет научиться рисовать. Максимум, что вы с этого получите, вы научитесь рисовать линии, полосочки и все. Но у вас не будет ни капли индивидуальности, и в дальнейшем что-то свое вы вряд ли сможете сделать. На самом деле, выработать свой собственный стиль не так уж и сложно, как вы думаете. Ваше дальнейшее развитие, цены за ваши работы и прочее зависит только от вас и от того времени, которое вы потратите на свою работу. Второй немаловажный пункт – это практика. Чем больше вы практикуетесь, чем больше времени вы тратите на ваши работы, тем более смотрибельными и интересными они у вас будут получаться. И еще многие спрашивали, помогает ли художка в развитии вашего собственного стиля. И у меня есть на это один ответ. Нет. В художке вы получаете стандартные знания об академическом рисунке, вы учитесь строить композиции, но не более. Ваш стиль — это то, что отражает вас и то, что находится в вашей голове. Если разбирать творчество именно как работу, вам нужно уметь заинтересовать человека. Вам нужно уметь сделать то, что не делал еще никто и никогда. А именно какие-нибудь интересные фишки, странные материалы и прочее, что будет отличать вас от других художников и будет прибавлять вам смотрибельность и интересность ваших работ. А также, ребят, если вы только начинаете рисовать, не тратьтесь на крутые профессиональные материалы. Поверьте, научиться рисовать можно при помощи одного карандаша и листочка бумаги. Если вы художник начального уровня, это не значит, что вам нужно бежать в ближайший художественный магазин и скупать все материалы, которые вы только увидите на своем пути. Также люди спрашивают, как бороться с страхом выкладывать свои работы в интернет, да и вообще на общее обозрение людей, которых вы не знаете и которые не знают вас. В такой ситуации, по факту, все, что вам нужно, это просто выйти из собственной зоны комфорта. Поверьте, ребят, если вам скажут в интернете, что вы рисуете плохо, что вы делаете что-то не так, это никак на вас не подействует. Это, наоборот, даст вам толчок и стимул к дальнейшим действиям и к развитию в плане художника. Даже я в начале своей ТикТок-карьеры, скажу честно, боялся выкладывать свои работы в интернет по одной простой причине. Я не знал, как отреагируют люди на то, что у моих персонажей 4 глаза, они вообще не похожи на людей и на прочие-прочие моменты. Мне было достаточно страшно, но я просто преодолел этот момент. Да, я получал кучу негатива, я получал кучу псевдокритики от детей, но мне как-то на это стало без разницы. И как видите сейчас, это почти 550 тысяч подписчиков за 4 месяца. Поэтому, ребят, мысль проста. Никогда не бойтесь делать то, что интересно и нравится вам. Рано или поздно вокруг вас начнут собираться куча людей, которым это будет нравиться точно так же, как это нравится вам. И тогда вы поймете, что вы делаете все правильно, и у вас все круто. А также, ребят, я бы хотел затронуть тему референсов, а именно тех картинок, изображений, из которых вы можете черпать вдохновение в персонажах, позах и прочем.
Раньше я тоже использовал интернет для поиска подобных штук, но потом один мой знакомый мне подсказал отличную идею — искать референсы в том, что окружает тебя. На улице, просто на природе, в вашей квартире, все, что окружает вас, может стать вашим референсом. Именно так одни из моих первых персонажей были придуманы. Я просто смотрел на улицу, видел всякие лужи, видел всякие просто штуки на домах и такой: «О, а если сюда вписать глаза, то это будет прикольно выглядеть». И все, как-то так получились мои первые персонажи. А то, что вы видите у себя на экранах, это итог моего самого первого дорогого кастома. Ну что, ребят, вот такие AirPods-ки получились, мне даже нравятся, я думал, я их запарю. В принципе, выглядит клево. Поэтому подписывайся на канал, ставь класс и жди следующих роликов. А если мы тут наберем много просмотров и лайков, Леша испортит AirPods Pro. Поэтому ставь класс, подписывайся. Тут вот мой инстаграм еще есть. А я пошел делать следующий ролик.